смене на образовательном занятии «Символы моего Отечества» участники проекта «Я гражданин» узнали об истории государственных символов и их значении. Сменовцы уверены, что знать наизусть слова гимна Российской Федерации и знать, как выглядит флаг и герб России, очень важно каждому. Сегодня ребята узнали интересные факты об истории происхождения государственной символики. Например, сменовцы узнали о том, что отцом триколора признан Петр I. 20 января Петром I был издан указ о размещении бело-сине-красного флага. Это был флаг на торговых судах. Вот. Также он использовался на, как военно-полевой флаг русской армии. Наташа Зиброва, курсант почетного караула «Тимашевская история» – один из ее любимых школьных предметов. Она считает, что полезно изучать тему «Символы моего Отечества». Здесь всегда можно изучить что-то новое и интересное. Я узнала, как вот появился флаг. Мне было достаточно интересно. То есть я слышала эту информацию впервые. Я сама лично знала, как появился гимн. И сама для себя узнала, как появился герб. То есть это достаточно интересная информация. В образовательном проекте «Я гражданин» принимает участие мальчишки-девчонки из Тимашевска и города-героя Новороссийска. Ребята получили творческое задание – презентовать символику своего родного края и спеть гимны своих городов. Елизавета Казниченко на этом занятии почерпнула для себя много нового и считает, что такие занятия очень полезны. Более точно узнала гимн, потому что я его в совершенстве не знала, просто так смотрела. Сейчас мы будем учить, и мы будем петь для города Тимашевска и для Виктории, чтобы показать и рассказать символы нашего города. Впереди у участников программы «Я гражданин» написание социальных проектов, встречи с экспертами, стрелковая подготовка, участие в почетном карауле поста номер 1 и еще много других интересных и важных занятий.